Друзья, всем привет! И мы продолжаем приключения нашей любимой кошечки Анжелы. Да, Дашенька? Я запишу ванну. Хорошо, только включи свет. Ее надо, конечно, ей надо встать, ее обязательно надо покупать, то она грязненькая. Да. Вот, намыли ее хорошенько, чтобы она была чистенькая, красивенькая. Давай, я помогу. Отлично. А теперь давай смывай. Подожди. Вот так. Отлично. О, здорово. Да. Здорово смыла. И уточка хочет поиграться. Здорово. Хорошая уточка. Вот так можно. Видишь, какая помялась. Нет, еще зубки почистить. После сна обязательно зубки почистить, чтобы не было кариеса. Да. Будешь смывать или чистить? Ну, давай. Отлично. Давай. Ой, здорово. Ну, заработала. И чистим зубки. Вот, еще и денежку за это заработали. Ой, смотри, какие беленькие. Да, надо ужинать. Там чистят зубки. Вот, да, и вот эту булочку давай. Очень хочется. Вкусно, Анжела? Да. Ой, как ей нравится. Может, молока? Давай. Как ей нравится. Ой, как ей нравится. И шоколадка. Вкусно. Нет, еще зайти в магазин, а то она голодненькая, не накушала. Смотри, тут у нее появились новые вкусности. Смотри, какой гамбургер, пицца. Пиццу хочешь? Хорошо. И давай попкорн. И колу берем. Отлично. А еще давай что там возьмем? Вот тут-то, вот здесь. Давай молока возьмем, пряников, еще что. Яблоко возьмем, еще что. И вот шоколадки и вот этот рогалик. Ну, я думаю, достаточно, да? Еще раз. Вот так. Ну, давай. Ой, какая-то реклама. Ой, что это было? Ой, не надо нам рекламы. Мы хотим с Анжелой поиграть, да, Дашенька? Вот, давай, что там было? Яблочко. О, пицца! Давай, пиццу. Какая пицца. Все, на 100% накормили нашу Анжелу. Ну как, Анжела, тебе понравилось? Ой, как понравилось. Теперь наша кошечка хочет поиграться. А во что будем играться, Дашенька? Давай посмотрим, что у нас есть. У нас есть лопни шарик, бабл-шутер, соединение, желейка, голодные рыбки, крошечные пазлы. Рыбки? А достань небес и разбить шарики не хочешь? Рыбки? Ну, давай рыбки. Можно, только давай я тебе покажу, как. Смотри, маленькую рыбку есть средняя рыбка. А среднюю рыбку есть большая. И тогда она лопается и выиграет. Ну, попробуй, Дашенька. Дашенька. Ну, тебе не получается. Смотри, маленькая и средняя, а средняя большая. И большая взрывается. И тоже вот так. Или можно вот среднюю, большую и еще одну большую. Вот так взрывается. Хорошо. На, попробуй. Маленькую. Нет. Маленькую рыбку давай среднюю. Нажми маленькую, хотят среднюю. Еще маленькую среднюю. Вот эту. Да. Ну, здорово. Опять маленькую среднюю, а среднюю большую. Нет, не так. Вот так. Давай маленькую нажимай. Маленькую на среднюю. А теперь среднюю и большую. Вот, здорово. И то же самое делаю. Маленькую. Нажимай маленькую. Среднюю. Вот
Подожди, Дашенька, а то мы запутались немножко. Вот так. Вот так. Хорошо, Дашенька. Вот надо ее вот сюда. Вот это сюда. Хорошо, ну попробуй. Да. Среднюю. А среднюю большую. Вот. А вот две средних большие. Ой. Две средних, два и большую, и она тоже лопнет. Вот только снизу можно. То, что верхнюю ты не можешь использовать. Да, 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 только нижнюю. Давай большую рыбку. И еще одну бери вот эту. Вот эту бери. Вот эту и вот эту. Видишь, как ты город включилась? Можно. А теперь вот эту. Точненькую и вот. Вот сюда. Видишь, получилось? Ну, теперь, то есть маленький город есть. Средний. Еще маленький средний. Видишь, как тоже взрывается. Здесь нельзя, только нижний можно использовать. Ну давай пробуй. Ну пробуй. Не съест. Надо маленькую только среднюю есть. Вот так. А уже среднюю можно. Можно вот эту рыбку дать. Вот эту. Да, да, да. Вот получилось. Нельзя на сверху. Только нижнюю можно использовать среднюю. А теперь среднюю бери и большой. Давай. Вот так, да, 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 да. Опять бери маленькую, вот эту. Нет, не так, смотри. Вот так. И вот так. Отлично. Теперь. Хорошо. Попробуй. Эту. Нет, нет, ну пробуй. Большую рыбку. Да-да-да, большую. Отлично. И вот эти две. Две. Большую. Вот так. Вот так, видишь? Хорошо. Хорошо, Дашенька, дай. Здорово. Отлично. Вот здорово.
ничего себе. Отлично. Здорово. Здорово. К сожалению, друзья, но ничего, игра удалась, и у нас, наверное, новый рекорд. Нет, к рекорду немножко не дотянули, но 116 золотых заработали очень даже здорово. Очень даже здорово заработали. И теперь еще, друзья, давайте сыграем соединение. Вот так, вот так, вот так, точно.
быстренько. И денежный оформляет. Здорово. Получилось. И вот так. Отлично. Желтый, фиолетовый и синий. Вот так. Зеленый, красный, синий, розовый и желтый. Отлично. Розовый, желтый, синий, зеленый и фиолетовый. Отлично. Красный, желтый, вот так и вот так. Здорово. Зеленый, желтый, фиолетовый, вот этот бирюзовый и розовый. Отлично. Так, попробуем вот так, вот так, вот так и вот так. Да, все у нас получилось. Вот так и вот так. Да, тоже получилось. Синий, фиолетовый, желтый. Стойте, стойте, друзья, что-то я запутался. Ага, вот, 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 все. Все получилось. Все, друзья, получилось. Главное не спешить, все аккуратненько разузнать, рассмотреть, и тогда все получится. Вот так. Отлично. Вот так, вот так. Розовый и фиолетовый. Отлично. Вот так. Розовый, синий и фиолетовый. Да. Все получилось. Вот так. Ага, вот. Вот, все, разобрался. Так, нет, вот так. Вот так. Так, вот так, бирюзовый. Вот. И синий. Да, все получилось. Вот. Здорово. Красный, желтый, бирюзовый, желтый и вот этот фиолетовый. Отлично. Вот так вот. Вот так, вот так вот. И вот, ну, буквально немножко, одного касания не хватило. Печально, печально, даже очень печально. 54 золотых. Вот такой вот счет, 136. Немножко не хватило, чтобы побить рекорд. Ну, ничего, друзья, здорово. Все одно очень здорово получилось. Да, ой-ой-ой, мы нашей Анжеле после еды забыли зубы почистить. Поэтому, друзья, давайте-ка почистим зубки нашей Анжеле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрим. И почистим зубки. Чистим, чистим, чистим. Чистим вот так, здорово. Почистили, отлично. И сейчас пойдем в гардероб, что-то ее другое приоденем. Гардероб, гардероб. Давайте как-то другой костюмчик приоденем. Стиль хип-хоп, горошек. Китайское платье мы уже купили. Так, костюм леди, но это все очень дорогое. Давайте вот сюда. Индианка. Ну, давайте пусть... Ага, нет, пока костюм не будем. Пижамка боди, ну, пускай побудет в пижамке. Цвет не будем менять. Вот так. Так, пижамка боди. Ой. Вот так, пижамка боди, да. Так, и я хотел посмотреть все-таки за пижамку зайка, но пижамку зайка мы пока подождем, немножко не хватает. Немножко, друзья, не хватает, поэтому с пижамкой подождем, остальное пока закрыто. Очень было интересно вот так феерить. Валькирии мы когда-то уже снимали. Интересно, какая бы была валькирия чернокожая. А ну-ка давайте попробуем изменить шерстку. Шерстка, шерстка, рыжая, серая, шерстка. И посмотри, какая получилась бы валькирия. Ой-о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 й. Вот такая вот интересная черная валькирия. Ну, давайте пусть побудет валькирия черной.
Твой такой интересный, забавный персонаж получился. Вот такой вот. Ха-ха-ха. Вот такая вот интересная дама. В кухне вот такая. В ванной комнате. Да, здорово, здорово, друзья, получилось. Ну, пока будем прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Анжела, привет, как дела? Проснулась, солнышко? Ну, вставай, вставай, бегом. Будем умываться. Кушать хочешь? Он бедненький. Хорошо, сейчас покушаем, но сначала надо помыться. А то ты очень грязненькая. Вот так. Мыли, 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 мыли. Нашу Анжелу помылили. Теперь водичкой смыли. Вот так, друзья. Здорово. Смотрите, какая она у нас чистая. Да, здорово, отлично. И еще вытащите экран. Вот так. Вот так. Отлично. Так, хорошо. А теперь после сна почистим зубки, чтобы не было кариеса. Да-да-да. Ну, не сердись. Сейчас мы быстренько все почистим. И поиграем с тобой. Вот так чистим, 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 чистим. Вот здорово, друзья. Ох, какие беленькие зубки, красивенькие. Отлично. Хорошо, ну вот теперь можно и покушать. Ух ты, друзья, смотрите. Анжела подросла до тинейджера. Отлично. Отлично. Перешла на 25. Ух ты, и 330 золотых плюс 5 новых наклеек и открыто вкусняшки. Отлично. Посмотрим, какие новые наклеечки. Вот такая вот наклеечка, дубликат. Вот такая вот наклеечка, тоже дубликат. И вот такая дубликат. И вот такая тоже дубликат. И вот такая тоже дубликат. Но ничего, друзья. Ничего. А сейчас мы... Интересно посмотреть, что же за вкусняшки. Какие вкусняшки попали нашей Анжелы. Она голодненькая. Да-да-да, солнышко, сейчас мы тебя покормим. Вот выпить пока молочка с пряниками. А мы зайдем в магазин, посмотрим, что же за вкусняшки уже открыты. Так, где же вкусняшки? Вот эти, наверное, открыты ты вкусняшки. Или эти были? Так, да-да-да, вкусняшки. Вот, смотрите, здорово. Открылись вот такие вафли какие-то с медом, попкорн, и это, наверное, кола. Пицца, гамбургер, ну, пока еще что-то вкусненькое. Ну, мы пока шоколадку возьмем вот так, все по мелочи. Вот, здорово. Ну, и теперь будем кормить нашу Анжелу. Так, Анжела, кушай, кушай, яблочко очень вкусно. Что? Ага, вот тебе твой попкорн, вкусняшка. Вот какие-то вафли с медом, пряники, кола. Вот здорово, полностью накормили нашу Анжелу. А теперь после еды почистим зубки, чтобы не было кариеса. Да-да-да-да-да. Да, наше солнышко, сейчас мы себе промоем зубки, почистим. Поела вкусняшек, теперь надо за собой последить. Отлично. А вот теперь мы зайдем и посмотрим. Смотрите, в прошлый раз мы вот этот компьютер обновили, а сейчас такой вот пуфик обновим. Где оно? Гардероб, терраса, терраса, вот так. Вот, 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 вот. Улучшить, отлично. Улучшить за 50 золотых, здорово. Хорошо. А это что за солнышко? Ага, это внешний вид. Ну, пока не будем. Тропический рай бесплатно. Тоже довольно... Ага, закрыт, закрыт, закрыт. Пока закрыто, закрыто. Зимняя сказка закрыта на дне океана. Вот это у нас королевский дворец. Сант-Анжелы. Или Сант-Анжелы, или дворец. Ну, давайте пусть будет сад. Хорошо. Так, а коврик? Коврик, коврик, коврик тоже можно менять. И вот этот коврик можно менять. Ну, пока первое улучшение не произошло, в
второе невозможно. Поэтому пока будет вот так. А сейчас мы с нашей любимой Анжелочкой поиграем. Да, Анжела, во что будем играть? Так, можно поиграть. Лопни шарик, бабл шутер, соединение, желейка, голодные рыбки, крошечные пазлы, разбей кирпич и достань до небес. Давай мы с тобой сыграем бабл шутер. Отлично. Стреляем вот так. Хорошо, и к нам пришла Дашенька. Нет, не хочу, спасибо, Дашенька. Скажи привет. Отлично, здорово. Угу. Вот так, здорово, друзья. Отлично. Хорошо. Отлично, друзья. Играем дальше. Вот так. Вот так, здорово. Хорошо. И вот так. Отлично. Хорошо. И вот так попробуем. Отлично. Отлично, здорово. Угу. И вот так. И вот так. Отлично, друзья. Пробуем. И еще пробуем. Вот так. Отлично. Здорово. И попробуем вот так. Ох, хорошо. Даже очень хорошо. Вот, здорово. Здорово, здорово. Так, что же здесь можно придумать? Попробуем пока вот так. Не очень хорошо получилось, но ничего. Думаю, мы сейчас справимся. Вот так. Здорово. Голубой. Вот этот желтый попробуем. Так, срочно надо сбрасывать с левой стороны. Будем пробовать. Отлично. И вот так, и вот так. Ох, здорово, хорошо получается. Вот так попробуем. Отлично. И вот так. Здорово. Отлично. Хорошо. Даже очень неплохо. Теперь попробуем вот сюда. Отлично. Голубой, красный и вот еще красный. Отлично. Хорошо. И зеленый. Здорово. Отлично. Хорошо. Здорово. Получается, друзья. Получается немножко. Так, нужно сбить. Вот сюда попробуем. Отлично. И вот так. Хорошо. Даже очень хорошо. Бросаем шар вот сюда. Оранжевый, красный, голубой, фиолетовый. Отлично. Здорово. Вы видели, как здорово получилось? Отлично. Бросаем вот сюда голубой шар. Желтый, красный. Отлично. И еще раз красный. Хорошо. Получилось. Зеленый. Зеленый попробуем пока вот сюда сбросить. Фиолетовый. Еще раз фиолетовый. Голубой. Отлично. Желтый, зеленый. И опять вот этот оранжевый вот сюда сбросим. И красный. Отлично. Вот так. И красным, красным попробуем, фиолетовым, фиолетовым. Отлично. Пробуем красный сбрасывать. Зеленый. Здорово. Отлично. Вот смотрите, как здорово получилось. Хорошо. Теперь вот так. Зелененький. Отлично.
Фиолетовый. Здорово. Фиолетовый. Красный. Хорошо. Фиолетовый. Ой-ой-ой. Ну ничего, вот так. Здорово получилось. Отлично. Так, вот сюда сбросим. Вот этот оранжевый красным-красным. Опять красный-красным. Вот так попробуем. Так, голубой. Попробуем вот сюда. Отлично. Хорошо. Вот так здорово. Отлично. Вот сюда оранжевый. Сюда бросаем. И вот сюда. Отлично. Вот сюда оранжевый бросаем. Вот так. И вот так. Здорово. Так, зеленого нет. Негде зеленого оставить. Попробуем вот так. Отлично, здорово. Фиолетовый бросим вот сюда. Голубой к голубому. Фиолетовый к фиолетовому. Здорово. И вот так. Ух, здорово получилось. Отлично. Красный к красному. Вот так. Отлично. И вот так сбрасываем. Отлично. Хорошо. А теперь попробуем вот так. Ага, не так хотелось. Так думалось, но ничего. Так, фиолетовый, фиолетовый. Отлично. И вот так. Ох, здорово. Получилось. Отлично. Голубой. Хорошо, даже очень хорошо. И вот так. И красный вот сюда бросаем. Вот так. И вот так. И вот так. Ох, здорово получилось, друзья. Пробуем вот так. Фиолетовый. Еще раз желтый. Фиолетовый. Отлично. Красный. Хорошо. И вот сюда вот этот оранжевый. Голубенький. Здорово. Зеленый. Фиолетовый. Вот так пробуем. Вот сюда попробуем бросить красный. Отлично. Хорошо. И вот так. Здорово, здорово. Отлично. И вот так. Ой-о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 й. Ничего. Отлично. Хорошо. Вот так. Отлично. Отлично, вот так. Вот так, вот так. Отлично. Вот здорово. Отлично. Хорошо. И вот так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, друзья. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отлично. Вот так, к сожалению, но даже очень неплохо сыграли. Заработали множество монет. Посмотрим сейчас сколько. Так, вырубаем рекламу. 49 золотых монет заработали, даже очень неплохо. К сожалению, рекорд не перебили, но довольно-таки неплохо сыграли. А теперь давайте сыграем в любимую мою игру «Соединение». Вот так. Вот так, и вот так, и вот так. Здорово получилось все у нас. Отлично. И вот так. Хорошо. Вот так. Так, вот так, вот так. И вот так. Отлично. Хорошо.
и вот так. Здорово. Пробуем. Розовый, салатовый, желтый и синий. Отлично. Розовый, зеленый, салатовый. Вот этот фиолетовый и желтый. Красный и голубенький, бирюзовый вернее. Вот так. Вот так, вот так и вот так. Отлично. Вот так, вот так и вот так. Отлично, здорово. Желтый, синий, розовый. Розовый, розовый. Ну, что-то, то такое, ну. Да, 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 что-то не получилось. 27 золотых заработали. Здорово, неплохо, неплохо, друзья. А, вот, друзья, и наш котик обновился. Смотрите, здорово, какой прикольный стал. Ага, да, да, здорово. А давайте посмотрим, что же еще такого тут интересного есть. Есть что такое? Давайте сыграем «Достань до небес». Вот так. Отлично. Вот так, второй чемодан. Третий. Четвертый. Пятый. Вот так, чемоданчик, здорово. Сбросили. Хорошо. Отлично. Ай-яй-яй-яй. Я считал, что ветер его понесет, а ветер как раз остановился и упал чемоданчик. Ничего. А давайте мы с вами сыграем крошечные пазлы. Вот так. И вот так. И вот так. Здорово. Пробуем. Вот так и вот так. Да, получилось. Попробуем. Нет, 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 нет. Хотя... Да, да, получилось все. Пробуем. Вот так. Вот. Так, и вот так. Да, да, друзья, все получилось. Пробуем. Ага, вот, 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 вот. Все тоже получилось. Отлично. Так, что здесь можно сделать? Попробуем. Вот так. Да, 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 тоже все получилось очень здорово. Хорошо, вот так и вот так. Отлично. Вот так пробуем. Возможно, вот так нужно попробовать. Да-да-да, что-то не как-то не так. Давайте попробуем вначале вот так. Нет, не так, не так. Да, 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 вот, именно вот так, да. Все получилось. Пробуем. Вот так. Нет, как-то не так. А если вот так? Да, 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 здорово, все получилось. Пробуем вот
так, и вот так, и вот так, и вот так, да. Пробуем вот такую комбинацию. Нет, как-то странно. Сейчас будем придумать, что здесь можно сделать. Вот так. Может вот так попробовать. Что-то, друзья, даже не соображу. Вот это снизу. Вот так. Нет, это не так. Не так. Тоже. Так. Что-то, друзья, не слаживается, не получается сейчас. Продумаем. Может, возможно, вот так. Вот так. Да, да, вот. Все получилось. Попробуем теперь вот так. И вот так. Нет. Нет, не так. Вот так. Да, как-то тоже не так. Не подходит. Вот. Вот, друзья, вот. Все, подошло. Ох. Раз и два. Отлично. Так, ну это... Сначала снизу. Сначала снизу, потом вот так попробуем, вот так, как-то так, но не так. А ну попробуем вот так. Теперь вот так, отлично. Вот так и вот так. Здорово, все получилось. Теперь пробуем вот такую комбинацию. И вот так. Вот так, возможно. Нет. Что-то не так совсем. Пробуем делать вот так снизу пока. Теперь вот так. Нет, не подходит. Не подходит. Нет, тоже не подходит. Да, что-то как-то непривычно. Так, это только может быть вот так. Как-то непонятно. Вот так, ага. Вот так, вот, друзья.
Вот, вот как. Ага, все получилось. Теперь попробуем вот. Вот. Вот так, вот так, вот так. Нет. Попробуем вот так. Теперь, вот так. Ага, нет, так. Тоже не подходит. Что же здесь можно придумать? Сейчас что-то придумаем. Значит, не так пойдем. Вот так попробуем. Вот так. Отлично. Нет, не так. Вот так. Сейчас что-то придумаем. Не получается. Так, возможно, друзья, надо начать сверху попробовать. Вот так. Давайте попробуем. Вот так. Теперь нет. Сейчас попробуем. Плохо, очень даже плохо. Вот так сейчас попробуем. И вот так. Что же здесь можно придумать? Что-то ничего не получается. А если вот так? Сейчас продумаем. Вот так. А если вот так? Нет. А вот так? Вот. Попробовать. Возможно, вот так. Какой-то эффект будет? Нет, не видно эффекта. Убираем. Вот. Так, попробуем. Вот так. Да, что-то не проходит. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Возможно, а если вот так попробовать тоже, ничего не происходит. Вот так, возможно, попробовать надо. А если вот так, нет, не получается. Не получается. Если вот так попробовать. И нет. Тоже не получается. Вот так не получается. Пробуем. Почему-то не получается. Почему, непонятно. Вот так тоже не получается. Вот так. Вот так. Опять же, не получается. Вот так. Если вот так. А теперь вот так.
Здорово. Вот проблемка. Вот так и вот так. А вот, 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 друзья. Получилось. Хотя очень даже проблемно, но тем не менее получилось. Вот так и вот так. Вот. Ага. Сейчас. Ага, вот так. И вот так, и вот так. Здорово, друзья, получилось. И пробуем теперь вот, вот так. Пробуем. Вот так. Нет. Что-то не так, друзья, что-то не так. Пробуем вот так. Теперь вот так. Нет, тоже не так. Отлично. Возможно, вот так. Попробуем вот так. И вот так. И вот так. Нет, не в ту сторону. Не в ту сторону. Вот так попробуем. Вот так. Продумаем. Вот так. Вот так. Отлично. Возможно, вот так попробуем. Отлично. Что же это так не получается? Ни с той, ни с другой стороны. Вот так и вот так. Отлично. И теперь вот так. Вот, нет, не получается. Если вот так, а если вот так, но опять не получается. А если вот так попробовать, тоже ничего не получается. Ну пока, друзья, давайте на этом закончим. Да. Так, выйдем из игры. Новый рекорд 90 золотых. Ух ты, здорово, ребята. Отлично. И еще давайте сыграем разбей кирпич. Ага, у нас, оказывается, у нас Анжела уже устала. Она уже не может. Поэтому, друзья, давайте посмотрим. Возможно, что-то из ее нарядов. Из ее... Уж очень она устала. Давайте что-то из нарядов поменяем. И пусть идет отдыхать. Зайдем в гардероб. Что-то хочется изменить. Белую шубку. На черненькую. Или на серенькую. Рыженькую. Или черно-белую. Давайте рыженькую ее сделаем. И платьице изменим. Причудливый наряд. Пока изменим, пока давайте пусть она у нас побудет. Так, у нас есть 2000 золотых. Пока собираем эти 2000 на вот эту
пижамку. Пижамку зайков. Поэтому пока денежки не будем тратить. Хотя можно надеть какой-то другой костюм. Сейчас мы посмотрим, какие тут есть доступные костюмы. А почему она не рыженькая? Мы же рыженькую брали. Рыжая. Вот, отлично. А сейчас посмотрим, что ей одеть. Что у нас доступно. Так, бег за золотом. Да, пусть побудет бег за золотом. Отлично. Вот такой. И спортивный костюм тоже довольно-таки неплохо. Бег за золотом или спортивный костюм. Ну и то, и другое довольно-таки неплохо. Хорошо, пусть будет спортивный костюм. Так, вот так, вот так китайское платье. Хорошо, пусть пока будет. Так, леди индийские сари надо будет тоже насобирать. Ну, это еще не скоро, 33 уровень. Поэтому, друзья, пусть пока у нее остается вот так. В спортивном костюме. Посылаем нашу Анжелу отдыхать. Спокойной ночи, наша Анжелочка. Спокойной ночи. И с вами, друзья, прощаемся. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока-пока. Анжела, привет. Давай посмотрим, какая Анжела. Ах, она еще маленькая. А я думала, она тоже выросла. Как в прошлый раз, котик Том стал большим. Помните вы такую серию, ребята? Как то котик Том, а мы летим. Да. Жалко, что она тоже маленькая, не выросла. А то котик Том так быстро выросла. А Анжела почему-то так маленько, помаленько вырастает. Да ничего. Она все равно рада. Так, возьму это. А это ты не хочешь уж? Ну ладно. Ого, как это? Ого, ничего себе. Как это возможно? Что это? Много денег? Ого! А почему Анжела такая манюсенькая? Интересно, ребята. Ну, так. Ну, посмотрим. Да, что там у нас такое? Ах, рыбина мы не можем. С этой конечно. Это компьютер. Мы не можем купить. Этот диван тоже не можем. Это можем купить, кажется. И это. Это тоже не можем. Ну ничего. Да, радость. А ванна? Надо и здесь что-то построить. Ой, здесь не можно. Вот, это можно. А это нет. Отлично. Анжела рада. Ты ведь молодец, вот ты рада. Анюсенька. Какая красивая. Поглядим.
Ой. Красивый кофейк. Дзели пораспаты вырасти, вырасти и вырасти. А мы, ребята, будем прощаться. Подписываемся на канал, ставьте лайки и всем пока. До новых встреч. Серии и сделали. Итак, наша Анжела полностью отдохнула. Давайте включим свет. Анжела, привет, как у тебя дела? Ой-ой-ой, бедная кушать хочет. Ну, тебя надо сначала покупать, а ты очень грязненькая. Сейчас мы тебя мылом помылим. Вот так, здорово, друзья. Помылили, помылили, помылили. Вот так, отлично, 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 отлично. Вот так здорово, друзья. И теперь смываем, смываем, смываем. Вот такая у нас она рыженькая. Мы в прошлой части поменяли ей шерстку. Еще поиграемся уточкой. Вот эту любимую сделаем. И еще не забудем почистить зубки. Да, 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 да. Надо обязательно тебе почистить зубки. О, ужас. Какие пошли с нами тебе грязные. Обязательно надо почистить зубки, чтобы не было кариеса. Вот так, чистим, 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 чистим. Отлично, здорово. Все мы сделали. Теперь тебя можно и покормить. Что у нас вкусненького? Вот тебе молоко, яблоко, печенье и шоколадка. Ага, ты хотела у нас каких-то гамбургеров. Таких интересных. Давайте посмотрим. Ага, вот этих она хотела. Купим ей. И еще она хотела какой-то салатик. Вот, то ли такой, то ли вот такой. Точно. Не понял. Ну, еще давайте купим ей вот молока и пряников. Вот так. Отлично, отлично. Вот, пожалуйста, вот тебе твои гамбургеры. Где они? Вот. И вот тебе твой салатик. Все, друзья, накормили полностью нашу Анжелку. А теперь с нею можно и поиграть, посмотреть. Ух ты, друзья, у нас 1700 золотых. Можно ее приодеть что-то. Но давайте сначала с ней немножко поиграем. Хотя после еды давайте обязательно почистим зубки. Чтобы... Ой, извини, Анжела. Чтобы не было кариеса, не висело вот такой вот ярлычок, что что-то не в порядке, вот так. Да, здорово, здорово. Все. Ой, какие белые зубки, здорово. Так, пойдем мы в игровую комнату. Посмотрим, что у тебя нового будет с играми. Так, что же нам с тобой сыграть? Что бы нам с тобой сыграть, Анжела? Что мы с тобой давно такого интересного не играли? Давай мы с тобой сыграем в желейки. Да, именно, сыграем в желейки. Вот так. Так, вот такой вот интересный момент. Ну что сделать? Нет, не так мы сделаем. Мы сделаем вот так. Вот так. Отлично. И еще, 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 еще. Что здесь можно сделать? Пока непонятно. Пока непонятно. Я бы хотел пока. Все, вот так давай. Так, вот так. Хотя, возможно, действительно выбирать. Вот так. Вот так. Ага, вот здорово, друзья. Ну, вот тут будет хотя бы вот так. Пробуем вот так сделать. Отлично. Теперь вот так. Здорово. Отлично. Так, 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 так. Немножко желтенького не хватает. Не хватает. Что же нужно поклонить? Ну, давайте вот так и сделаем. Отлично. Отлично, отлично. Опять же, это не решает. Хотя вот так можно сделать. Отлично. Еще вот так. Здорово. Осталось у нас два вот таких.
Но как с ними справиться, непонятно. Как с ними справиться, непонятно. Как это попробуем вот так. Здорово. И теперь вот так. Отлично. Хорошо. Вот так. Здорово. Отлично. Хорошо. Так, так, так. Вот здесь можно сразу придумать. Немножко зашли в тупик, но сейчас думаем, что-то придумаем. Да, пусть покажет ее руку. Вот так, вот так, вот так, вот так. Покажет, покажет мне так. Вот, вот он так, ничего. Вот так, с ним разберемся. И вот так, отлично. Только 11 ходов, а у нас нет 11. Вот так попробуем что-нибудь сделать. Так, вот так, вот так, вот так. Попробуем вот так что-нибудь придумать. Так, нехорошо, даже очень нехорошо. А вот теперь мы попробуем вот так. Отлично. Один уничтожили. Вот так. Отлично. Вот так попробуем. Теперь вот так. Здорово. Так, так, так. Что здесь можно сделать? Попробуем вот так. И закончились ходы. К сожалению, закончились ходы. И на этом наша игра закончена. И мы всего-навсего заработали 7 золотых. Маловато, конечно. Но ничего. Зато сейчас мы можем сыграть тоже интересную игру. Давайте мы сыграем. Сыграем. Давайте, наверное, мы сыграем соединение. Вот так. Пробуем. Вот так, вот так. Отлично. И теперь вот так. Здорово. Хорошо. Вот так пробуем. Отлично. Так, что здесь можно придумать? Пробуем вот так. Розовый, желтый, синий. Здорово. Красный. Вот так. Синий, зеленый и бирюзовый. Отлично. Желтый, синий и вот этот голубой. Здорово. Вот так, и вот так, и вот так. Отлично, друзья. Красный, зеленый, синий и розовый. Отлично. Так, вот тут просто, но на время. Все. Все, все. Стоп, 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 стоп. Ой-ой-ой, что-то. Что-то я запутался. Ага, вот так надо было. Вот, 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 понял. Понял, но поздно уже. Разобрался, но уже было поздно, друзья. Немножко не так. До рекорда очень далеко. Поэтому давайте все-таки сыграем в Bubble Shooter. Вот так. Отлично, отлично. И вот сюда. Вот так. Красный красным, желтый желтым. Вот так попробуем. Отлично. Голубой по-любому.
с зеленым-зеленым. Отлично. И вот так попробуем. Здорово, друзья. Отлично. Вот сюда красный забросим. Желтенький. Отлично. И вот сюда вот так желтый. А вот сюда мы забросим фиолетовый. Вот здорово, друзья. Смотрите, как отлично все получилось. Вот фиолетовый вот сюда. Отлично. А вот сюда забросим зеленый. Хорошо. Даже очень хорошо. А вот сюда давайте забросим фиолетовый, фиолетовый. А вот сюда забросим голубой. Отлично, друзья. Смотрите, как здорово получилось. Зеленый к зеленому. Голубой к голубому. Отлично. И вот сюда голубой забросим. Красный. Вот так. Отлично. Желтый, голубой, зеленый к зеленому, голубой. Ой-ой-ой, немножко промахнулся. Ну ничего, смотрите, как здорово получилось. Отлично. Фиолетовый вот сюда. Зеленый попробуем просто. Немножко промахнулся, друзья. Ну, смотрите, как здорово. Все получилось в конечном счете очень даже отлично. Здорово, друзья. Вот так. Голубой голубому. Попробуем. И вот сюда голубой. Отлично. Зеленый, фиолетовый. Красный вот сюда. Отлично. И вот сюда красный. Зеленый, желтый. Отлично. Синий. Фиолетовый. Фиолетовый. Зелененький. Вот здорово. Все отлично идет у нас. Медленно, но хорошо. Вот так. И вот так. Отлично. Зеленый. И красный. Отлично. Смотрите, как здорово получается. Все очень даже здорово. И вот сюда фиолетовый. Отлично. Голубой голубому. Ага, хорошо, здорово. И вот так. Отлично. И голубой вот сюда попробуем. Фиолетовый с фиолетовым. Зеленый, зеленый, зеленый. Давайте вот сюда попробуем. Желтый к желтому, фиолетовый с фиолетовым. Отлично. Голубой, фиолетовый. Пока просто вот сюда сбросим. Отлично. Отлично. Вот так. И фиолетовый, фиолетовый. Для голубого почему-то не казалось места. Ну, ничего, сейчас придумаем. И вот так. Вот здорово получилось. Хорошо. А вот пока вот сюда забросим. Отлично, отлично. Желтый сюда. Фиолетовый просто вот сюда забросим. Вот так вот будет. Смотрите, какая неожиданная ситуация. Отлично. О, здорово получилось. Да, это было здорово, друзья. Отлично. И вот сюда. Фиолетовый, фиолетовый, фиолетовый. Отлично. И зеленый. Ай-яй-яй-яй. Немножко не так, как бы хотелось. Но ничего, друзья. Сейчас что-то придумаем. Вот так. Вот здорово. И вот так. Фиолетовый. Отлично. Вот здорово. Смотрите, как здорово довольно-таки получилось. Вот так. Отлично. Красный задействовал. Это было что-то. И вот на бомбу давайте бросим. И каменные шары сбросили довольно-таки тоже хорошо. Вот желтый, фиолетовый, красный и еще фиолетовый. Отлично, сбросили лишний груз. А фиолетовый шар можно вот сюда. Довольно-таки хорошо получается. Отлично. Вот так и вот так. Хорошо. Здорово. Отлично. Отлично. Даже очень отлично. Так, зеленый, вот сюда.
еще вот сюда. Немножко, немножко промахнулся. Не тот угол выставил. Ну ничего, друзья, пока бросаем там, где можно. Вот так и вот так. Отлично. И вот так. Здорово, здорово. И фиолетовый. И голубой, голубой, голубой. Голубой вот так. Отлично. Да, не очень, не очень. Не очень получилась комбинация. Хотел бы лучше, но ничего. Здорово, друзья, ничего, справимся. Угу. Вот так и фиолетовый. Отлично. И зеленый. Отлично. Ох, как здорово получилось. И тут как здорово получилось. Да. Хорошо. Ох, как здорово получилось. Да, 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 даже очень неплохо. Вот так. Вот. Ай-яй-яй-яй, немножко, немножко. Не тот угол получился, который хотели бы. Ну ничего, пока голубые сюда забросим. Вот там все будет здорово. Вот так и вот так. Отлично. Красный, красный, красного пока нет у нас. Чему бы его... приладить вот так. И красный, и фиолетовый вот сюда попросим забросить. Забросить, а попробуем теперь вот сюда. Отлично, и вот сюда. Ага, хорошо, здорово. И вот так, отлично. Фиолетовый, фиолетовый, куда наберусь забросить фиолетовый. Попробуем вот так. Вот так. И вот так. О, здорово. Угу. Так, как бы нам забросить? Вот зеленый, он туда не зайдет. А если вот так? Немножко не получилось, ничего. Вот так, нужен срочно фиолетовый. А его нету. Зеленый. К сожалению, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило ходу. Но все равно, друзья, даже очень неплохо. Заработали 40 золотых. И теперь можно что-то интересное приодеть нашей Анжеле. Давайте посмотрим, что же у нас есть. Итак, смотрите, друзья. У нас есть 1700 золотых. И теперь мы можем что-то приодеть в нашу Анжелу. Так, наклейки, бриллианты, монеты, гардероб, терраса, еда. Гардероб. Хотя, возможно, террасу можно подменить. Изменить вот такой компьютер на какой-то другой. Возможно, вот задний план. Что-то поменять. Довольно-таки, смотрите, какие хорошие виды есть. Королевская долина. Ну, давайте эту королевскую долину установим. Вот так. Теперь столик можно улучшить. А за сколько, непонятно. И тут можно улучшить. А за сколько улучшить? Улучшить за 10 минут за 80 золотых. Ну, пусть будет. 80 золотых, не так уж много. А вот этот столик... А какой он был? Ага. Ну, давайте тоже улучшим. Ага. Два улучшения, оказывается, вместе нельзя делать. Это газон. Ага, вот смотрите. Можно на плитку разную менять. Вот так. Зеленая лужайка. А какая была? Ага, была зеленая лужайка. Ага. Вот такая зеленая. А можно на вот такую плиточку. Хорошо. Этот коврик тоже, ну, можно улучшать. Отлично. Ну, давайте посмотрим, что там еще интересного есть. Так. Вот так. Улучшаем.
терраса, еда, а смотри, давайте посмотрим, что там с гардеробом. Гардероб. Так, глаза пока и... Давайте шерсть. Рыжая шубка была, серая была, черная была, белая была, а розовая очень дорого. Черно-белая, рыжая, серая. Давайте вернемся назад в белый. Да, вот так. Поменяем. И давайте платье уже немножко на другое сменим. Вот такой скейтбордистку. Довольно-таки, наверное, неплохо посмотрелось. Бизнес-леди, английские сари, вечернее, мини-платье с розами, свободный наряд, черное вечернее платье. Так, так, тут все заблокировано. Причудливый наряд. А ну давайте посмотрим, что здесь можно изменить. Вот так. Ага. Вот так, смотрите, довольно-таки интересно. Ну, раз у нас девочки любят розовый, там давайте причудливый наряд побудет розовым. Вот так вот. Интересно довольно-таки. Что там с прическами? Хотя причудливый наряд мы взяли, а что у нас другое есть еще? Возможно, что-то интересное. Новогоднее платье, клубничное, розовый наряд. Почему розовый, если он не совсем розовый? Марсианское платье. Награда за бегом за золотом. Ну, пока не будем брать. И вот это довольно-таки хороший спортивный костюм. Так, ленивые выходные, стиль хип-хоп. Платье в горошек. Ну, пока не будем. Пусть пока будет вот такой вот наряд. И посмотрим прическу поменять. Прическу будем покупать или не будем? Так, посмотрим. Ну, давайте пока, друзья, оставим. Так, очки, летние очки. Очки пока не будем покупать. Давайте пока, друзья, оставим, возможно, вот этот наряд. Хотя я все-таки думаю, нам надо сейчас подсобирать денежки на вот эту пижаму зайка. Очень уже нам не нравится. Да, будем пока копить на пижаму зайка. Ну и пока на этом все. Ложим нашу Анжелку спать. А пока с вами прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Анжела, привет, вставай. Ой, какая-то реклама. Включим свет. Вот такая у нас черненькая кошечка Анжела. Давайте мы ее покупаем. Вот такая вот красотка. Ой-ой, что у тебя животик? Ага, она кушать хочет. Ну куда за стол грязненькой? Давай сначала мы тебя покупаем, помоем, чтобы была чистенькая, красивенькая. А тогда уже за стол. Да, вот так, друзья, купаем наши кошечки. Вот так. Ой, какая ты у нас красивая, такая красотка. Здорово. Покупали. Ух, даже блестит вот такая вот чистенькая. Вот пригласи еще уточкой. Нравится? Ну, хорошо. Она хочет кушать и все. Хорошо, будем кушать, но после сна, чтобы не было... Были здоровые зубки, и чтобы не было кариес, давай мы почистим себе зубки. Вот так. Отлично. Вот, здорово, отлично, почистили. Смыли. Ну вот и все. И можно теперь к столу. Хорошо? Здорово! Отлично! Так, теперь пойдем к столу. Хорошо. Ты очень хорошая девочка была. Все хорошо сделала, поэтому мы тебя покормим. Вот, держи. Яблоко, молоко, шоколад. Недостаточно для нашей Анжелы такой пищи. Поэтому мы еще пойдем подкупим что-то вкусненького. Вот так. И еще вот так. Отлично. А теперь мы тебя и покормим. Ой-ой-ой, какая-то реклама. Убираем. Вот тебе салат, пирожок. Ну и вот достаточно. Покормили нашу Анжелу. Все, она уже у нас покушала. А теперь пойдем поиграем. Поиграем с Анжелой?
Да, здорово. Поиграем. А во что ты, Анжела, хочешь поиграть? Сейчас мы посмотрим, во что любит играть Анжела. Так, что мы с тобой, Анжела, давно не играли? А давно мы с тобой не играли крошечные пазлы. Ну, давай поскладываем. Хорошо. Вот такой вот замечательный пазлик. Сейчас поможем нашей Анжеле пособирать. Вот так. Отлично. Вот так. А что-то не так мы сложили. Давайте пересмотрим. Что-то не так. Вот так попробуем. Вот, отлично. А теперь вот так. Да, как-то не получается. Ха-ха-ха. Вот такая вот незадача. Попробуем, значит, вот так попробуем. Ха. Вот так, да, да, вот, друзья, получилось. Все у нас получилось. Так. Ха-ха-ха-ха. Вот так. Нет, это только наверх. Вот так пробуем. Теперь вот так, вот так и вот так. Ага, отлично, друзья. Вот такие куча кусочков всяких. Но это, скорее всего, на низ. Этот кусочек наверх, этот кусочек вот так. Нет, не получается, друзья. Не получается. А так, что же здесь можно сделать? А можно попробовать вот так. Как-то и так не получается. Ага, вот, все получилось. Отлично. Вот такие есть кусочки. Попробуем мы сначала вот так. Вот так. Ага, да, 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 все получилось. Отлично. Так, вот такой кусочек есть. Вот такой. Вот такой. И вот такой сразу у нас получилось. Здорово, друзья. Ох, а это совсем простенький кусочек. Но это на время был, поэтому нельзя было останавливаться. Быстренько попробуем. Ха-ха-ха-ха-ха. Не туда, не туда. Ха-ха-ха-ха-ха. А вот-вот, все-таки все правильно у нас получилось, друзья. Так, вот такой вот есть замечательный кусочек. Вот такой. Вот так. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, что-то не так, друзья. Давайте сначала. Это попробуем на низ вот так. Этот кусочек вот так попробуем. Этот кусок вот сюда. Этот кусочек вот сюда. А вот этот кусочек вот сюда. Отлично. Так, десятый. Давайте, вернее, попробуем вот так сначала снизу. Не, даже не так попробуем. Сначала попробуем вот так. Хо-хо-хо-хо. Да, не просто оказалось, друзья. Вот это все сложить. Ага, может можно вот так. Вот так возможно. А ну-ка. Да, друзья, отлично. Теперь попробуем вот так. Вот так. И получается. Да, друзья. Отлично получилось. Так, вот. Так, попробуем. А теперь... Довольно-таки непросто. Вот так. Нет, что-то не так. Что-то не так. Не пойму как, но не так. Попробуем сейчас по-другому. Попробуем вот так. А теперь вот так. Отлично. Вот так попробуем. Вот так и вот так. Вот, здорово.
Вот так. Ай-яй-яй, время. Занервничал и немножко не успел. Хотя здорово, друзья, 48 золотых. Отличный результат. Немножко не хватило до рекорда. Так, что нам теперь такого интересного сыграть с нашей любимой Анжелой? А давайте мы-ка с нею попробуем поразбивать кирпичики. Да. Вот так. Отлично. Ох. Ой, нет. Конечно же. Ой-ой-ой, какой шар. Огромный. Вот так. Отлично. Ой-ой-ой. Хорошо. Вот так. Ой-ой-ой. Отлично. Третий уровень. Вот так. Ой-ой-ой. Вот так. Ой! Чуть не упустил. Вот так. Отлично. Вот так. Отлично. Хорошо. Здорово. Отлично. Ой-ой-ой. Хорошо. Здорово. Отлично. Ой. Вот так. Девятый уровень. Вот так. Отлично. Вот. Ой. Так, здорово, отлично, здорово, друзья. Ай-яй-яй, немножко аккуратнее нужно. Вот так, как-то 11 уровень, ох-ого. Здорово, друзья, отлично. Вот так, траектория, ну, буквально... Непредсказуемая. Вот так. Ой. Ух. Вот. Какой шар. Все. Ой. Так. Вот так. Так глупо. Ой. Что-то ползунок не захотел ползти. И вот результат. Вот так. Немножко сбились. И проиграли. Но зато новый рекорд. Ура, друзья. И 36 золотых заработала наша Анжела. Себе на новые платья, там прически и так далее. Отлично. Так, что же еще такое интересного нашей Анжеле? Чтобы побольше денежек и сразу. Наверное, это будет соединение. Да. Сейчас мы поможем с ней быстро сыграть соединение и больше... денежек заработать. Вот так попробуем. Вот. Отлично. И вот так. Вот. Желтенький, синенький, бирюзовый, зеленый и голубой. Вот так. Теперь красный, зеленый, голубой. Отлично. Розовый, красный, желтый, синий, голубой. Отлично. Зеленый, голубой, бирюзовый и синий. Розовый и красный. Отлично. Красный, розовый, фиолетовый и голубой. Отлично. Красный, голубой. Нет, что-то не так. Вот так, наверное. Желтый, голубой, бирюзовый и голубой. Вот так как-то. Пробуем. Вот так и вот так. Да, получилось. Хорошо. Пробуем.
Вот такой вот вариант. Вот, друзья, все понял. Так, красный. Вот так, наверное. Вот так, розовый. Вот, получилось. Желтый. Вот этот. Нет, вот так, наверное. Вот так, голубой и вот этот. Отлично. Так, что же тут придумать? Вот так, наверное. Вот голубой и вот этот вот сюда. Отлично. Вот так и вот так. Отлично. Вот так. Здорово. Вот так пробуем. Так, и вот так. Отлично. И от здесь вот так пробуем. Ой-ой-ой, время. Ух ты. Последний секунду успел. И вот так. Здорово. Так, розовый. Ой-ой-ой, красный. Голубой. Вот так. Отлично. Вот так. Отлично. Вот так. Синий, зеленый, красный. Вот. Немножко поспешил и проиграл. Но здорово, друзья. Сыграли 60 золотых. Немножко до рекорда не дотянули, но это все равно довольно-таки хороший результат. А теперь давайте посмотрим, что же там из одежды можно прикупить нашей любимой кошечке Анжели. Так, посмотрим из одежды. Так, выходим пока вот здесь. Ой, какая-то реклама. Убираем. Вот так. Она уже у нас подросла немножко. Так, давай, Анжела, посмотрим, что же там тебе из гардероба можно прикупить. Так, у нас есть 797 золотых. Так, причесочка. Прическа Пикси. С модным хвостиком, косички. Короткие волосы можно тоже купить. Щелкой довольно-таки неплохо. Хвостиком афрокладка. Ну, афрокладка довольно-таки оригинальна. Длинные волосы. Кстати, мы можем... У нас есть 22 кристалла, но немножко не хватает. Ага, за весенняя прическа. Вот такая прическа. Короткие волнистые. Шишка. Светлые волнистые. Воскресная шляпка. Милые светлые косы. Вот это довольно-таки интересно. Хипстерская шапка. Короткая светлая прическа. Здорово, друзья. Но остальное пока заблокировано. Закрыто. Вот это довольно-таки интересно бы было. Соломенная шляпка. Хорошо, друзья. Пусть пока остается. Но мы, может, ей шубку поменяем. Поставим ей... Так, розовая заблокированная. Черная, серая шубку. Попробуем. Хотя рыженькую. Рыженькая не помню, была ли. Так, китайское платье. А шубка, кроме рыжая, черно-белая. Белая, рыжая, серая, черная. Белые. Хорошо, пусть пока будет рыжие. Китайское платье. Скейтбордистка, рокерша, бизнес-леди, индийское сари, вечернее платье. Так, свободный наряд. Черное вечернее платье, гала. Так. Вот такие вот всякие заблокированные. Причудливый наряд. Закрыто. К сожалению, большинство пока функций... Закрыто. Вот какой бриллиантовый в платье. Жаль, нельзя посмотреть, какое оно. Закрыто пока. Клубничное платье. Марсианское. Ну вот, интересно довольно-таки. Но мы пока будем, наверное, друзья, собирать на костюмчик. Вот такой вот зайчика.
Пижама зайчик, довольно-таки очень хорошенький костюмчик. Я вижу, тут даже цвет можно менять. Но цвет пока у нас нету денежек, чтобы купить этот костюм. Поэтому пока будем собирать. Пока будем собирать, а там видно будет. Так, сейчас посмотрим, что у нас еще с наклейками. Что тут можно разблокировать. Так, рыжие волосы на сторону. Смотрите этот набор и получи. Гардеробы. Смотреть в гардеробе. Так, а они закрыты. Бесплатно. Почему закрыты? Заверши страницу 1.7. Ага, вот в чем дело. Вот в чем дело. Заверши страницу 1.7. Посмотрим на кликах. 1. Ага. Вот первую страницу. Так, первая страница у нас завершена. Это что такое? Ага. Ага, 1.7. 7. А 7 что у нас не завершено? Ага, нужно 45-я наклеечка. А ну-ка, друзья, давайте посмотрим. Может, мы у кого-то купим наклейку? Так, это у нас есть мои дубликаты. Дубликаты. А их можно, интересно, продать, вот эти дубликаты? Продать сейчас. Стоимость них, то есть, друзья, не играет в эту игру. За 10. Ага, вот видите, друзья, можно вот эти наклейки продавать за 10 золота. Так, вот как можно продавать наклеечки. У меня некоторых наклеечек. Вот, вот этой наклеечки есть один дубликат. Ее можно один продать за 55 золотых. Вот. Вот. Да, вот. Здорово. А вот этой наклеечки тоже две штучки можно продать за 22 золотых. Отлично. А вот эту можно тоже продать за 140 золотых. Отлично. И еще одну можно продать за 140. Хорошо. Вот видите, друзья, как здорово можно на наклейках зарабатывать. Вот здесь наклейку можно за 28 золотых продать. И вот здесь наклеечку можно продать за 8 золотых. И еще одну за 8 золотых. Так это все. Ага, вот еще есть наклейки. Вот наклеечку можно продать за 11 золотых. Вот наклейка за 5 золотых. И вот наклейка за 60 золотых. Здорово. Ага, и вот здесь есть наклеечка за 9 золотых. Вот за 14 золотых. И еще раз. Продать. И вот здесь наклеечку можно продать. Хорошо, друзья, здорово. Вот еще одна наклейку можно продать. Ага. И вот наклеечка. Ух ты, за 72 золотых. И вот за 8 золотых. И тут за 22. И еще одну за 22 золотых. Отлично. И вот еще наклеечки можно продать. Так можно и здорово, друзья, заработать. Да, да, так хорошо, довольно-таки можно заработать. Смотрите, сколько у нас уже 1500 насобиралось. И вот за 13 золотых можно заработать. И вот можно. Отлично. Отлично, друзья. И вот еще наклеечка за 5 золотых. И еще одна. И вот за 9 золотых. И последняя наклеечка продали. Перепродали мы все дубликаты. А дальше будут накапливаться, если будут скапливаться. А сейчас мы, друзья, зайдем и купим наклеечку в одну. Вот эту за 40-45 посмотрим. У кого есть наклеечка 45-я. Так, вот этого Эми очень много наклеечек. А ну давайте зайдем посмотрим, есть ли у него 45-я. 45-я.
пятая наклеечка. 45-я. 44-я, 46-я. Нету, смотрите, друзья, нет у него тоже 45-й наклеечки. Наверное, она редкая. Наверное, она редкая. То есть идет 44 и 46. Нет 45-й. Угу. Ну, давайте, может, вот этого, вот этой Эльзы посмотрим. 45-я, 45-я. 45-я, 44-я и 47-я. Тоже нет 45-й, друзья. Видите? Наверное, 45-я это очень редкая наклеечка. Ну, еще вот этого посмотрим. Нет ли случайно у него 45-й. 43-я, 44-я и 50-я. Нет, нету. Друзья, наверное, это все-таки очень редкая наклейка, поэтому ее трудно где-то достать. Ну, раз уже здесь, посмотрим еще вот здесь. Так, 45-я наклеечка, и здесь тоже ее нет. 43-я и 47-я. Вот так, друзья. Поэтому пока будем искать наклеечку каждый день, чтобы можно было ее вот сюда вставить. А еще нам какие нужны? Вот такая. 32, 33 и 28. А ну, давайте для интереса посмотрим, дорогие ли вот такие наклеечки. 28, 32 и 33. Угу. Сейчас посмотрим. 28-я. Так, это мои, а сейчас купить чужие. 28-я. 28-я. Ага, тоже, смотрите, друзья, нет. Наверное, редкая наклеечка. 32-я и 33-я. И вот здесь тоже ее нету. Не 32, не 33. Наверное, все-таки это очень редкие наклейки, поэтому их здесь и нет. Так, посмотрим. Да, да, и вот этого пользователя тоже нет. Не 28, не 33. Значит, это очень редкие наклейки. Вот так, друзья. Посмотрим, какое состояние у нашей Анжелы. Рекламу убираем. Убираем рекламу. Вот так. А мы ей после сна не почистили зубки, друзья. Надо срочно ей... Так, срочно чистим ей зубки. Что это с реклама такая? Не можно ее убрать. Все у нас получилось, друзья. Теперь чистим зубки. Так, чистим зубки нашей Манжелы. Зашли вот сюда. Вот так. Ой-ой-ой, надо срочно мыть, чтобы не было кариеса. Вот так, друзья, получается. И вот так и чистим, 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 чистим. Отлично, здорово. Ох, какие белые зубки чистые. Здорово. Все, мы справились. Ну и пока, друзья, будем ложить нашу Анжелку спать. Всем спокойной ночи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.